Всех приветствую на прохождение второй части. Ну что, давайте искать музыкальную комнатку с вами. И разбираться, что здесь происходит. Так, музыкальная комната. Но явно, наверное, не здесь, да? А, нет, возможно, и здесь. Так, бонжур. Во, очередная загадка. Только не решу, мне сейчас, наверное, будет на рояле играть. Так. 1, 3, 5, 6, 10, 12. Это что такое? 1. Блин, не хочу я играть. Так, что нам нужно? Что нам нужно? Так. Так, 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Не? Не так? Так, изменить, выбрать. И что? Ой, очередная загадка, да? Так, хорошо. Что ты хочешь? Я понял, что нужно сыграть, но я как бы с музыкальными инструментами вообще не дружу. Так. 1. Хорошо. Раз. Два. Блин, можно нужно сыграть мелодию. Так, одна работает, не работает. Да, 1, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7, 10, 10, 11. Так, оно. 1, 3, 5, 6, 7. Я не знаю, что тут делать надо. Ладно, ладно. Давай смотреть, давай смотреть. Давай разбираться, что тут от меня хотят. Так, нам нужно 1, 3, 7, 11, 10, 6. Что происходит? Пришлось посмотреть, ребят, потому что, если честно, я сам без понятия, что там нужно клацать. Возможно, это как-то связано было с цветами, типа. Ну, там на этом, на рояле были цвета, то есть зеленые, желтые, красные. Возможно, была разгадка в этом. Дэниел, нет. Дэниел все еще не может прийти в себя после прошлой ночи. Он уехал из дома бабушки и заночевал у своей новой подруги Марты. Утром они на машине Дэниела поехали искать хоть какое-нибудь сведение о его загадочном прошлом. Ладно, так ты... Соизволишь объяснить, что за чертовщина здесь происходит? Я благодарю за предоставленную прошлой ночью кушетку, но... Слушай, понимаю, все это очень странно. Но кое-что тебе следует осознать. Я обещаю, что все обретет смысл. Или, по крайней мере, будет, если ты подойдешь с открытым умом. Открытым умом? Дверь моего шкафа на втором этаже открыла, не знаю, портал?
Я увидел большое поле со второго этажа. Думаю, ум открыт настолько, насколько это вообще возможно. Хорошо. Думаю, сперва тебе нужно знать, что... Ох, так не просто сказать. Да говори уже. Ладно, ладно, слушай. Я знала, что ты переедешь в этот дом. Можно сказать, что я ждала нашей встречи последние несколько лет. Какого черта? Ты за мной следила? Да не следила я, просто старалась приглядывать за тобой, понимаешь, чтобы уберечь. Я знала, что ты приедешь вчера, потому что... Ну, у меня известно кое-что о твоей бабушке. И обо всей твоей семье, по правде. Довольно тяжко ноша для взавалина на плече. За один вечер, я знаю. Просто слушай. Задумывался ли когда-нибудь, почему тебя усыновили? Ну, типа, что случилось с твоей мамой, или почему отец не забрал тебя к себе? Не особо. Мне сказали, что мама умерла во время родов, а других родственников у меня нету. Тебе лгали, у тебя есть семья. Был брат и сестра, а твоя мама не умерла во время родов. Ее убили. Как раз тогда она носила тебя под сердцем. Ох, охренеть, ты серьезно? Кто так сказал? Я к тому, вряд ли кто-нибудь бы рассказал, даже будь это правдой. И пусть так, наверняка, все же записи давно погребены. Так? Как ты об этом узнала? Меня тоже удочерили, а? Во время тех событий я была серьезно ранена. Выстрел дробовика с близкого расстояния. Не шутка. По словам врачей, я потеряла память в результате травмы. Потянулась большую часть жизни, чтобы вспомнить о случившемся. Погоди-ка, ты говоришь о том, о чем я думаю? Воспоминания начали возвращаться ко мне около 5 лет назад. Я стала разыскивать информацию о произошедшем. Тогда-то я узнала, что ты живой. Что ты тоже выжил. Да быть не может, это невозможно. Дэниел, знаю, тяжело поверить, но... Я твоя сестра. Нет, я просто не могу поверить. Такова правда, я была там. Ладно, ладно, допустим, я тебе верю. Почему же наш отец убил мою маму и нашего брата? Сложно представить, что он просто взял и всех убил. Да, это безумие, пока ты не знаешь, чем занималась старая добрая бабушка. Насколько я понимаю, она была довольно высокопоставленным членом тайного общества. В каком бы культе она не состояла, именно там ее заставили промыть мозги нашему отцу. Но это же чушь какая-то. Какую же цель она или они преследовали? Заставляя кого-нибудь убивать семью. Значит, из собранных мною крох... В культе получилось, что им нужен был ребенок, рожденный в критических условиях, например, с процедурой, актом насилия и жестокие роды. Ребенок мог стать сосудом для... Правда, не знаю. Создан для чего-то нехорошего, и этот ребенок должен был достичь зрелости, прежде чем стать для них полезным. Хочешь сказать? Да, ты же знаешь. Мой чертов день рождения, 18-летие. В яблочко, как думаешь, почему ты смог переехать в бабушкин дом именно вчера, накануне своего 18-летия? Потому что они хотели исполнить все, что задумали. Ты достигнешь совершеннолетия. Как тебе удалось остаться для бабушки незаметно? Ведь вы жили по соседству. Я поселил в том доме около 2 лет назад. Тогда я был уверен, что ей ни за что меня не узнать.
Так, ты тогда еще не родился, но она редко приходила в гости. Менее, когда я переехала в соседний дом, то старалась избегать ее и не светиться. И при этом наблюдать за всем вокруг. Господи. Итак, а сейчас нам куда? Зачем мы направились туда, куда бы ни направились? Мне удалось искать предположительное место захоронения бабушки. И кое-что мне нужно увидеть собственными глазами, прежде чем понять, что делать дальше. Да? И что же? Мне нужно знать, похоронила ли она. Охренеть. Мы уже близко, скоро я получу свои ответы. И твои тоже, совсем скоро. Знаю, это как снег на голову. Ты в порядке? Хрен там, не знаю, я всегда думал, что может что-то случиться, и моя настоящая семья отыщет меня. Я просто не ожидал, что все будет, ну, вот так. Дэниел, осторожно. Твою мать, это было чертовски опасно. Ну, мы не так, чтобы далеко от нашей цели. Вот там, похоже, тропинка, которая приведет нас прямиком на кладбище. Ладно, значит, дальше пойдем пешком. Да, должна выйти неплохая прогулка, но ты иди в первым. Мне надо забрать рюкзак из багажника и кое-что уладить. Я недолго. Что? Не уж, нам стоит держаться рядом. Да тупой ты, большой ребенок. Мне нужно кое-что быстренько сделать одной. Ладно, как хочешь, будь осторожна и зови, если понадобится помощь. Спасибо, не волнуйся, обещаю, но это не займет много времени. И еще кое-что. Пушка? Серьезно? Когда я узнала о тебе, я начала искать информацию о том обществе, в котором стояла бабушка. Много раскопать не смогла, но кое-что нашла. Место их собраний. Мне удалось спрятаться неподалеку и понаблюдать. Заодно вот стырила. Для них это нечто вроде реликвии. Правда? Реликвия? Да это гребаный пистолет. Знаю, но он выглядит особенным, так как они с ними обращались, будто их руки касались Экскалибура или кое-чего подобного. Я хочу, чтобы взял его на всякий случай. Я уже попробовала его в тире. Вполне обычный пистолет. Шутишь? Да я в жизни пистолета не касался. Просто возьми, я буду чувствовать себя лучше, зная, что у тебя есть чем защищать. А если эти поехавшие полезут к тебе? Так, Дэниел направился через лес в сторону кладбища, а Марта осталась, чтобы подготовить сюрприз к дню рождения. Что за чертовщина? Алло, Дэниел, все в порядке? Ну да, клянусь, я только что видел нечто огромное. Не думаю, что я тут один. Ты не ранен? Нет, я просто испугался. Ясно. Да, здесь жутковато. Я даже удивлена, что мы никого еще не встретили. Эй, погоди-ка, разве не я должна была тебе звонить? Ну да, нет, ну ты права. Уверен, рано или поздно мне суждено сыграть роль девушки в беде. Но если серьезно, то звони мне в случае чего. Непременно, и спасибо, что позволил оставить у себя Клопсика, пока мы тут возимся. Я бы себе место не сохранил, если оставил в том ужасном домике. Теперь я так жалею, что переехал туда, бедный малыш. Не парься, все в порядке, как минимум, пока он не начал ржать мою мебель. А вот этого не обещаю. Ладно, давайте смотреть. Так, что нужно экипировать? Ага, ствол, да, можем достать. Окей, теперь у нас хотя бы есть пушка.
Так, нажми Space, чтобы уклониться. О! Понял, прикольненько. Так, а F, по-моему, у нас фонарик, да, включается? Ага. Shift, чтобы бежать. Хорошо. Так, надеюсь, это туман, а не такая мыльная картинка. Так, ну, предлагаю пушку не прятать. Наверное, с пушкой ходить. По поводу санцы пока мест не уверен. Возможно, мы в дальнейшем ее изменим, потому что что-то как-то она мне не нравится. Некомфортно мне. И да, и что меня напрягает, это вот эти вот диалоги быстрые, особенно когда ты начинаешь читать и не успеваешь. Так, прочитай. Что ж, мы разбили лагерь. Так, разваленных старого дома. Палатка поставлена, дрова собраны. Можно со спокойной душой развалиться и наслаждаться природой. Так, интересно, правда ли странная легенда об этих лесах? Наверное, правда. Так, давайте осматривать, что здесь может быть. Это меня пока месть не интересует. Типа я должен что-то найти, я так понимаю. Или что? Ладно, побежали. Побежали. Давайте смотреть. Только сейчас буквально одну секундочку кое-что проверю. Все, побежали. Так, ствол достань, пожалуйста. Во. Красавчик. Так, куда нам нужно? Так, приблизить. И туда? Вместе лейк, да? Окей. Ладно, пошли налево. Идем налево, посмотрим, что это. Так, это пока меня не интересует, да? Понял. Надеюсь, сейчас на нас тут никто не нападет. Стопэ. Так, защититесь от чудищ. От каких? Алло, Ира? От каких чудищ? Где они? Ага, вот оно, да? Ой, какая неудобная сенса. Так, мне это просто мерещится. Йо! Так, перезарядить. Какая же неудобная сенса. Жесть. Конечно, все-таки неудобная сенса. Ладно, побежали. Побежали, посмотрим. О, вроде и туман, да, прошел. Хорошо. Так, тихо. Уходи. Жесть. Погоди, а нам хватит патронов? Дэниел, ты в порядке? Я слышала выстрелы. Я жив, если ты не имела в виду под... Видом в порядке. Ты меня только что напала стрёмно чудовище. Эй, псина с чем? Я не знаю. Не могу объяснить, но там уже есть что-то еще. Будто весь мир погружается в режим жуткого безумия. И у нас место в первом ряду. Ну ты в порядке? Агась, я рад, что ты дала мне пушку, иначе мной бы уже пужинали. Я рада. Так, дальше просто иди вперед. И будь добр, постарайся избежать ненужных неприятностей. Так и сделаю. Окей, давай идти дальше. И опять же быстрые диалоги. Нельзя было немножко помедленнее их сделать. Так, ну а сейчас интересует. Во, потрошки. Теперь хорошо. Теперь понятно, что мы здесь будем с вами фармить. Во, еще, да, наверное, потрошки.
Да, еще 12 штучек. Окей, идем дальше. Берем в руки Пусю. И побежали. А жалко, что ее полностью не перевели. Было прикольно погрузиться в рульку, не читая это все. Так, давай еще заберем потрошки. Я думаю, фонарик нам можно, в принципе, пока мест не включать. Ага, вот еще иду, да? Так. А сколько у вас надо? Алло. Сколько у вас надо стрельнуть? Так, стопе, стопе, стопе. Перезарядись, 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 пожалуйста. Так, где оно делось? Ага, вот оно. Жесть. Так, давайте смотреть дальше. Реально, нам так и патронов не хватит с вами на всех этих монстров. Так, давай заберем. Ага, не можем, да? Не можем забрать. Интересно, куда сестренка делась? Неужели она нам... Неужели она нам не поможет? Блин, а сколько вас здесь? Сколько вас здесь? Алло, 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 отстань, пожалуйста. Конечно, неудобная тут механика стрельбы. Я так понимаю, ее из плойки, да, перенесли? Так. Жесть. Ладно, побежали. Так, я определенно одет не для такой вот вылазки. Да, согласен. Как-то мы с вами одеты не так, как... В принципе, планировали, да, с вами? Так, побежали дальше. Надеюсь, мы с вами правильно идем в правильном направлении. Интересно, нам еще долго бежать до того места, где мы должны оказаться, или нет? Так, 12 патрушков есть, хорошо. Ага. Бомжур. Я вообще попадаю или нет? Походу не попадаю, да? Так, а повернись, пожалуйста. Вернись, пожалуйста. Мне интересно, мне нужно стрелять у них в определенное место или... Чисто там 5-6 пулек и все, и на этом все закончилось. Так, ладно. С одной стороны хочу не спешить, а с другой хочется пробежать уже до места. И забыть про этих монстриков. Так, давай заберем, залутаемся, хорошо. Сколько у нас? 30 патрошков есть, отлично. В запасе есть. Так что бегим, 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 бегим. Блин, надеюсь, мы не будем всю игру в лесу бегать. О, еще. Не знаю, кто это раскидал тут патроны, но... Крица, я тебя благодарю. Так, и опять налево и направо, да? Угу, ну давай налево. Так, это аптечка здесь. Так, надеюсь, Клопси в порядке. А как мне использовать аптечку? Так, защититесь от чудовищ. Хорошо. Как мне аптечку использовать, интересно. Так, стопе. Сзади, да, нас? Понял, убегаем. Убегаем, убегаем. Так, очередные патрушки. Только я так и не понял, как нам с вами... Так, это мне пока не интересно. Хорошо, значит... Ой, больше пулек мы с вами взять не сможем. Так, их здесь слишком много.
Хорошо. Блин, какое же неудобное здесь... Здесь управление. Здесь не управление, неудобная стрельба. Не знаю, как играют на эту, на джойстике. Это реально ужас. Я здесь не могу на мышке нормально прицелиться. Как люди еще на джойстике умудряются. Или вы пользуетесь автоприцелом, скажите честно. Любители поиграть на джойстиках. Это мы тут пока, боярине, мучаемся, наводимся, да? Ой-ё. А может, мы просто пробежим? Или нам обязательно их нужно... Или нам обязательно нужно их... убивать. Этих монстров. Так, еще потрошки. Блин, как по мне, сильно затянули. Могли бы и быстрее бы прибежать к месту. Здесь-то, в принципе, ничего не происходит. Чисто... Йо! Это что такое? Крыться, это что такое было? Так, это меня не интересует. Хорошо. Так, бегим. Что-то мне кажется, я вообще не в ту сторону побежал, да? И опять туман начался, и опять я ничего не вижу. Так, еще одна аптечка. Ладно. Давай попробуем. Ага. Понял, больше двух штучек мы взять не можем. О, записка. 15 февраля. Сегодня я устала. В каком-то смысле, думаю, легенды были правдой. Я могу поклясться, что прошлой ночью кто-то топтался вокруг нашего лагеря. Даже Саксону это явно не понравилось, хотя обычно его волнует только еда. К счастью, нас оставили в покое. Интересно, кто это оставляет эти записку? Твою ж, похоже, где-то я не туда свернул. Так, и что мне делать? Кудой? Сюда, наверное, мы не пройдем, да? Или пройдем? Не, ребят, тут тупик. Я так и думал, что мы с вами повернули не туда. Хотя, если... пройти сюда, а сюда пройти мы не можем. Вот тут два варианта: либо возвращаться назад, либо попробовать еще раз спуститься вниз, хотя, наверное, навряд ли, да? А что ты не можешь тут пройти, скажи, пожалуйста? Ну вот через дерево, через... Понял. Здесь мы пройти с вами не можем, это печалька. Я же говорил, что я заблудился, и мы не туда с вами пошли. Блин, ладно. Побежали. Нужно будет сейчас направо повернуть. Главное, чтобы сейчас на нас тут никто не напал. Так, это дерево я помню. Ага. Окей. Ну. Так, это нас пока мест не интересует. У нас все полным-полно. Интересно, где наша сестра? Все ли с ней хорошо? Так, где тут был поворот? Вроде бы где-то здесь, да? Угу, все. Потаты, шоля, мы спортивные. Конечно, я уверен, наверное, в пуховике это не прикольно так делать, но сам так оделся. Ладно, пошли направо. Если сейчас и там тупик будет, то я тогда не знаю, придется аж в самое начало возвращаться и идти направо.
Так, патрошки мне не нужны. Ага, музыка началась, значит, сейчас. Наверное, опять, да, вот опять. Опять бабайки идут. Так, здорово. Так, тихо. Тихонечко. А можно прицелиться? Какое же неудобное здесь управление. Ну ты куда лезешь, а? Ну скажи, пожалуйста, вот ты куда, падла, лезешь? Так, хорошо. Как мне использовать аптечку? Как мне использовать аптечку? У нас 90% хпшки. Так. Отлично. Давай пробуем колесико мышки прокрутить. Не, ладно. ПО. П у нас пауза, хорошо. Так, это фонарик, это фонарик. И типа... Ладно, ладно. Заюзать получается. Это как его... Аптечку я не могу. Либо нам еще пока мы с ней... Дали возможность и не научили как. Хорошо, бегим дальше. О, еще один. Топотун. Ну куда ты бежишь, ну куда? Угу. Стопе, повернись. Все. До побачення. Реально, на какую кнопку мне аптечку юзать? Потому что чувствую, нам эта информация пригодится. Так, еще патрошки. Блин, могли бы уже сделать безлимитные патроны. Типа этот какой-то там особенный револьвер. Магия, все дела. И он стреляет бесконечными пульками. Так, ты кто? Ты никто. Тут ты дерево, хорошо. Тихонечко. Это что такое? Алло, игра, прекращай. Крица, прекращай меня пугать. И так стрёмно. Так, а сдай мне здесь пройти, пожалуйста. Пусть это будет... То место, куда нам надо. Во, сохранение, да, пошло? Я смотрю, пошло сохранение, так. О, я только что вышел к реке, и теперь не знаю, куда идти дальше. Ты уже близко. Держи реку слева и топай вперед. Скоро будешь на месте. Спасибо. Слушай, знаешь, что ты сейчас не очень к месту, но как много ты помнишь о маме и папе? Даже не знаю, похоже, из-за этой прогулки всякие мысли в голову лезут. Мои воспоминания, они все еще в тумане. Помню, что мама пекла самое вкусное шоколадное печенье. Она всегда излучала любовь и очень заботилась о нас с Майклом. Майкл? Так звали моего брата? Да, он был классный. Никогда не доставал меня. А что насчет отца? Он всегда выглядел рассеянным. Сначала был веселым, а потом как-то сдувался и превращался в зануду. Когда он возвращался домой, то часами сидел перед телевизором, пересматривая одни и те же сериалы снова и снова. Он мог не мыться и не мять одежду несколько дней подряд. Затем начал бухать. Он никогда не трогал нас. Просто больше не был прежним. Прости, Марти, не следовало мне спрашивать. Да все в порядке, ты заслуживаешь знать. Они были и твоими родителями. Спасибо, Марти. Так, нам нужно двигаться, чтобы у нас река была слева, да? Давайте, наверное, мы это уже в следующей серии с вами сделаем. Пойдем исследовать реку и... Надеюсь, мы найдем то, что мы с вами ищем. Так что все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.
И да потом, ребят.